Добрый вечер всем. Всех приветствую. Так, у нас сегодня вебинар о волатильности. Это второй из серии подготовительных вебинаров к перед полным курсом подготовки трейдеров к реальным торгам. Хочу еще проанонсировать, что 2 февраля начнется базовый курс. Вот, это для тех, кто начинает первые шаги в объемном анализе и хочет получить хорошее такое образование финансовое, ну, фундамент. Поэтому в понедельник он уже начнется. Ну, а подготовка трейдеров к реальным торгам только 16 февраля будет первый курс. Так что после этого вебинара третий будет из серии открытых вебинаров Range Bar Chart. Так, ну, собственно, что ж такое волатильность, и попробуем установить такие уже определения этому понятию и, в принципе, разобраться, что к чему, и действительно ли то, как понимают трейдеры, так оно и есть, восприятие волатильности рыночной и его применения. Итак, вот на вопрос, что ж такое волатильность, по мнению участников вебинара, разные, абсолютно разные ответы. Цена непостоянна, изменчивость, быстрое падение либо рост цены, вот, среднеквадратичное отклонение за исследуемый период. Вот так вот, Владимир. Уровень амплитуды колебания цены за период, широкий диапазон входа цены, спред, активность участников, колебания цены за определенный период. Ну, вот примерно так понимают трейдеры, что же такое волатильность. Ну, попробуем сегодня как раз это установить уже точно и разобраться, нужно ли применять волатильность в своем анализе и торговле, либо же исключать из арсенала. Вот. Ну, как говорит нам Википедия, да, волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Если это по-настоящему определение, что такое волатильность, то фактически здесь очень много вопросов и очень много «но». И, ну, собственно, это не описывает в полном объеме, что же такое волатильность. Да, запись будет, она уже идет, поэтому для тех, кто регистрировался на этот курс, он будет в рассылке в любом случае. Если не успеете, либо же полностью не сможете его присутствовать. Значит, здесь в определении упоминается слово «статистический финансовый показатель». Финансовый показатель — тоже нет определения, что же такое толком. И мне нравятся эти последние три слова, характеризующие изменчивость цены. Что же такое изменчивость? На самом деле, что это такое? Тенденция, рост, падение, либо же просто меняется цена, но она меняется постоянно. То есть тоже очень много «но», и нет четкого определения, что же такое. Причем там же написано, что этот показатель является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками и просчета возможных рисков в будущем. То есть прогнозирование учитывается, но толком ничего и не написано про волатильность. Очень эта тема была интересна, и в принципе мы тогда уже начали рассматривать свой, проектировать свой индекс волатильности и разбираться, что же такое волатильность на самом деле. Вот, когда вышел VX волатильность,
индекс волатильности, который фактически в основе лежит данные о опционах. И там очень сложная формула. Громче. Всех плохо слышно, да? Звук не очень. А что там шипит? Вроде проверяли, все нормально было у всех. Сейчас, секундочку, попробую настроить. Так, вроде лучше, а нет. Нормально, да? Вот. Так, давайте попробуем разобраться, что же такое волатильность. Начнем с описания, что указано в Википедии, да, то есть это статистический финансовый показатель. Статистика здесь применяется. Значит, возьмем, к примеру, тоже индекс РТС. Да, и хотя бы попробуем по данным волатильности, вернее не волатильности, а range, да, то есть на сколько тиков за день проходит индекс РТС. То есть когда там в новостях можно прочитать, рост волатильности там заставил инвесторов закрывать свои позиции, задаешь себе вопрос, что такое рост волатильности. То есть обычно трейдеры понимают это как торговая сессия, движение цены было намного больше, чем обычно. То есть это идет процесс сравнения. Вот вебинар, который был до этого, принятие решения, мы рассматривали там, что такое логика, как принимается человеком решение, поэтапное действие. И тут сразу идет процесс сравнения, то есть статистических данных из прошлого. Значит, ну возьмем здесь индекс РТС, интервал один день, и здесь сжата шкала до 100, то есть 10 раз, чтобы ну вам видно было все бары, потому что индекс РТС достаточно такой, опять же, волатильный по сравнению с другими индексами. Ну до конца вебинара мы установим, почему так говорят. И теперь обратите внимание на такие циферки красные под каждым днем. Видите, вот 47, 25, 54, 74. Это size bar, то есть размер бара. И здесь указано 74, то есть каждый тик вот идет в расчет. 74 тика по 100, ну там на 100 умножаем. Мы видим, что есть 25, это сегодняшняя сессия, 29.01, 47, то есть сегодняшняя сессия фактически в два раза по движению цены меньше, чем вчера, 54, 74, в три раза плотнее сессия, то есть меньше тиков прошел в маркет, 51, 38, 30, ну и так далее. То есть мы видим, что в районе 30-40 тиков это обычная сессия, такая стандартная, там, ну, 50 это уже, и вот 40, 67, 87 есть сессии, видите, волатильные до безумия, вот, 40, 60, 84, то есть 90 это уже действительно волатильный маркет, считается на индексе РТС, вот, 76, и тут у нас даже 144 есть и 215. Максимальная волатильность, да, то есть опять же здесь пока идет речь о, мы берем там стандартное, да, статистическое стандартное движение индекса РТС за сессию, range, да, статистика, и учитывается, что, к примеру, в два раза индекс РТС
прошел тиков там на покупку либо же на продажу, в зависимости от того, какая была сессия, и мы это рассматриваем как волатильность выше. То есть фактически у нас идет просчет, сколько тиков на самом деле рынок прошел, и сравниваем с либо паттерном сравнения, либо, к примеру, с предыдущим днем. Сравнивать с предыдущим паттерном как бы, ну, тоже неверно, потому что сегодня у нас 215 тиков, и мы сравниваем следующую сессию. Здесь получается волатильность упала, да, то есть по отношению к вчерашней сессии. То есть в определении и нужна обязательно статистика общая, то есть средняя. Поэтому просчет по прошлому паттерну количества тиков, да, рейндж дня либо же рейндж часа не подходит, да, потому что у нас вообще там 40-50 тиков — это примерно нормальное движение индекса РТС, а здесь 215. Поэтому здесь в любом случае должны быть просчеты среднестатистических колебаний там за какой-то период. Следующее. Давайте рассмотрим еще ситуации более такого поменьше масштаба. Вернее, не поменьше, а здесь я хотел показать на модуле Combo Bar Chart. Его редко я транслирую на Wall Street Online, либо же на каких-нибудь открытых вебинарах. Это модуль, который дает возможность накладывать какие-то периоды, либо же дни, либо же часы, либо же даже 15 минутки друг на друга и анализировать график. Здесь также есть гистограмма боковая по объему. Здесь я использовал месяц, тайп интервала месяц. Как видите, с 1 сентября по текущий день. Так, у нас тут два зеленых. Так, смотрим. Значит, такой темненький 1.09 у нас идет вот месяц. Обратите внимание, насколько он расширил ценовой диапазон. Ну, даже визуально так будем запоминать. Это вот сентябрь, потом идет у нас октябрь, вот он. Примерно волатильность, либо же количество тиков, пройденных в одном направлении, то есть между high low, ну, идентично, можно так сказать. Потом идет ноябрь, чуть-чуть больше, да, увеличилась волатильность, и идет затем уже декабрь. Два раза тут визуально, я здесь даже не берусь просчитывать в тиках точно, тут даже визуально видно, что движение рынка было в два раза по рейнджу сильнее. То есть это только потом у нас идет такой фиолетовый. С 1-12 декабрь. Я думаю, здесь в три раза так точно, да, больше движения рынка за месяц. И затем идет у нас вот январчик. Чуть успокоился, рынок стабилизировался. То есть это говорит о том, что волатильность меняется, это раз. Потом волатильность при сравнении на малых исторических данных, то есть, ну, к примеру, там за месяц, тоже дает свои такие нюансы. И тут нужно, я думаю, применять как минимум за полгода, за год данные, чтобы более так стабильно сравнивать, учитывая то, что волатильность меняется. То есть знать среднестатистические данные за год, за полгода и желательно за последние 3 месяца, потому что есть рынок, вот сейчас, допустим, да, российский рынок очень волатильный по сравнению с предыдущим контрактом, а предыдущий контракт тоже был более волатильный, там, с предыдущим контрактом. То есть таким образом, особенно на новостных факторах,
движение цены увеличивается, то есть становится больше колебаний в одну либо же в другую сторону. Давайте рассмотрим эти колебания и попробуем зафиксировать такую вещь. Это только текущий контракт мартовский, март 2015. Итак, самые волатильные сессии у нас пришлись на открытие контракта, первые дни, там где 215 и 144 рейндж дневных сессий. И если проанализировать даже предыдущие контракты, вы заметите, что как раз в самые волатильные сессии приходится самый крупный объем оборот за день. То есть вот у нас эти. Потом посмотрим сейчас предыдущий контракт декабрьский. Смотрите, серия 1-12, 2-12, вот все вот эти вот плотные такие бары. Потом также вот 1 350 000 по отношению по сравнению с другими, так земля и небо. Сейчас я поставлю чуть побольше фильтрацию. Да, вот волатильная сессия, вот она. Там где 1,5 миллиона практически, а вот рядом сессии, которые нормально торгуются. То есть в 2-3 раза больше волатильность. Это уже другой контракт. Потом вот сессия. Здесь у нас тоже рядом. Буквально вот следующая сессия. Волатильность меньше. Да, то есть в 2 раза. Ну, можно и предыдущие контракты сравнивать, я вам сразу скажу, потому что я уже давно это проанализировал, собрал статистику. Это уже, можно сказать, даже закон. Если увеличилась волатильность на рынке, значит появляется объем. Почему так и как это можно применять? Значит, давайте вспомним, что у нас может двинуть сильно цену. Это, ну, в первую очередь сразу приходят на ум новости. Да, новости. Плохие, хорошие, факт, отчет, выступление какого-то важного человека, управляющего, либо же там должность, президенты. Рынок сразу же реагирует на эти слова, на эти отчеты, и большое количество участников сразу же бросается на котировку, потому что фундаментальные, либо же там какие-то катастрофы, в общем, новости делают движение, могут создать разворот рынка, могут продолжить движение, могут его усилить, либо укрепить. В общем, сразу поступает информация, инсайт, либо еще что-нибудь, все начинают это использовать и заходить на рынок. Поэтому новости. Второе, крупный игрок, назовем это Big Fish. Крупный игрок заходит на рынок. Мы не будем сейчас там копаться в различных заговорах о том, что крупный игрок создает новости и под новости размещает позиции. Давайте это мы пока оставим. Крупный игрок заходит на рынок. То есть если на рынок поступает крупный объем, то ему разместить нужно в текущей сессии, либо же там 4 дня размещать, неважно. То есть дисбаланс создает движение цены. Если с одной стороны у нас у байера, к примеру, там 100 контрактов, а у крупного игрока, он селлер, 2000 контрактов, то спрос и предложение очень в таком дестабилизации. То есть он быстро соберет всех байеров и будет требовать от рынка еще встречных ордеров. То есть цена будет очень быстро двигаться для сбора
встречных ордеров на покупку для крупного селлера. То есть крупный объем быстро двигает цену, создает вот эти вот импульсы, эти волатильные движения на рынке. Вот, то есть по 2-3 сессии подряд бывает. Вот видите, здесь вообще было 4. Вот, и волатильность была очень высокая. То есть объем. Также бывает еще такая гиперволатильность, когда даже появляются на рынке гэпы. Но в основном это связано с наличием какой-то новости, информации, которая конкретно говорит, что надо продавать, и все начинают заходить только на одной стороне, то есть только селлеры. Поэтому цена, там, сессия может открыться с гэпом, и уже никто не хочет покупать, поэтому приходится очень быстро снижаться для поиска каких-то встречных покупателей. В общем, это основные факторы. То есть, грубо говоря, волатильность и крупный объем очень сильно взаимосвязаны, две вещи. Поэтому, когда у нас есть факт увеличения волатильности на рынке, мы сразу себе можем зафиксировать, что крупный игрок начинает заходить на рынок. То есть сейчас крайне важные и рынку интересно, то есть открытый интерес увеличивается в разы. Поэтому это может быть таким точкой отсчета для нового тренда, либо же разворота рынка. То есть это нулевая точка импульса. И это очень важно, потому что чем ближе к нулевой точке импульса вы зайдете, тем больше возьмете от общего тренда, который начинается, либо же риски будут меньше, так как вы не будете высиживать различные просадки, либо же коррекции. Вот, то есть связь волатильности и объема очень тесно связаны. Значит, вот раньше мы тоже воспринимали волатильность, как вот трейдеры написали в чате, то есть изменчивость, колебания, то есть, ну, а потом мы поймали себя на мысли, что вот, а действительно нет четкого определения, что же такое волатильность. И как-то вообще можно описать или же там четко сформулировать. То есть амплитуды различные. И если мы возьмем, к примеру, там интервал поменьше сейчас, ну, там, пускай за 2 недели сейчас возьмем. То есть есть даже внутри сессии периоды, когда волатильность меняется, то есть рынок спокойный. Это такие системная, стандартная работа инструмента, потом резко увеличивается волатильность. Вот можно заметить резкая такая амплитуда, затем такой же возврат, только чуть дольше он длился. Да, вот такие открытия волатильные, какие-то движения там, опять же, вызванные в основном наличием крупного игрока, и крупный игрок, получив какую-то новость, либо же информацию, начинает действовать. Значит, давайте, то есть у нас идет процесс сравнения, вот амплитуда внутри сессии, резко пошел импульс. То есть мы визуально определяем, что по сравнению с предыдущим рейнджем паттернов, вот этот паттерн, он шире, да, то есть движение цены, то есть за вот этот промежуток времени он рынок прошел больше тиков. То есть у нас получается идет величина, это range, то есть количество тиков пройденных, сколько это там, ну, к примеру, там 50, допустим, range, затем за период времени. То есть мы анализируем зачастую вот баровые графики, кластерные графики, да, отображение информации, то есть это бары, только в разной интерпретации отображения движения цены. То есть это период time. Ну, к примеру, здесь 15 минут. Вот. И здесь уже само собой напрашивается, что волатильность де-факто это количество тиков рынком пройденных за определенный промежуток времени. То есть вот у нас time, и это вот range. То есть если рынок прошел, к примеру, за 15 минут, ну, допустим, здесь для примера 100 тиков, давайте я сейчас сделаю вот так вот,
То есть одно и то же количество тиков, вот возьмем 100, да, к примеру. Ситуация. Здесь 15 минут, тиков 100. И, к примеру, те же 100 тиков, только это все происходило несколько часов, да, там пускай будет 2,5 часа. Те же 100 тиков. То есть в данном случае в первом волатильность выше, во втором ниже. То есть рынок те же самые 100 тиков еле-еле по полсессии расширял цену. Таким образом, можно установить, что волатильность это, мы так назвали, скорость рынка, speed market, то есть количество тиков, да, количество километров на период времени, да, 100 километров в час, скорость рынка. И когда вы уже в данный момент онлайн мониторите котировку, там, внутри сессии, давайте лучше Штаты откроем, сейчас там рынок более активен, то имея такой визуальный индекс скорости рынка, вы можете определить, что волатильность меняется, рынок успокаивается, либо же активизируется. Но это видно визуально и в случае, если количество тиков идет такой достаточно наглядно, видно и понятно. Да? То есть вот здесь, потом скорость рынка снизилась, потом снова увеличилась. Визуально видно и это можно сравнить. Лишь, ну, единственное неудобное это просчет за какое количество времени. Вот, смотрите, как раз вот волатильность, вот этот участок, то, что вы написали насчет крупного игрока. Видите, волатильность за первый час и ликвидность была топовая, топ-ликвидность. Самая крупная ликвидность, как раз это было открытие биржи. Затем волатильность увеличилась на этом участке, здесь был рост ликвидности. Мы уже установили тот факт, что увеличение волатильности также увеличивается ликвидность, оборот. То есть это присутствие крупного игрока, либо же высокочастотных элементов, алгоритмов. И опять же ликвидность снизилась волатильность. При торговле это применяется таким образом. Если у вас мат ожидания, там, ожидание от позиции столько тиков, да, либо же там 3 дня, либо же там позиционная сделка, то отсутствие крупной ликвидности в данный момент, либо же на этой сессии, говорит нам о том, что движение будет небольшое, да, то есть на рынке пока нет крупного игрока, который расширяет очень сильно ценовой диапазон. И то есть ожидать какие-то сильные движения, либо же стабильные, потому что крупный игрок, он если заходит, то вот пока идет размещение вот этих объемов, которые создают нулевой импульс первый, там динамика, однонаправленная тенденция рынка, она более стабильна. Потом уже при фиксации этих позиций там уже идет смена динамики. Изменчивость цены. То есть если так в принципе прикинуть, то это сразу кажется, что меняется направление рынка. То есть если учитывать вот этот факт. То есть сначала у нас была динамика наверх, потом у нас идут продажи. Таким образом, если верить Википедии, то нужно учитывать, сколько раз цена поменяла движение, то есть количество. Но внутри сессии это происходит очень большое количество раз, особенно на мелких интервалах. И здесь невозможно обойтись без тикового графика. Так как у нас самое минимальное движение цены – это тик, да, и самое точное. Ну, возьмем тиковый график и сейчас на секундочку. Вот, возьмем, учитывая сейчас вот возьмем с 2000 до
1986. Да, у нас 14 баксов за 20 минут прошел S&P. 14 баксов. Это за первый час. То есть это у нас идет расчет рейнджа. И теперь мы возвращаемся на тиковый график. Где мы? Вот. Далее. Давайте, учитывая то, что мы сравниваем, сколько рынок прошел за определенный период времени, есть такие вещи, как высокочастотники, да, которым очень выгодно наличие волатильности, так как они открывают позиции и очень быстро их закрывают. 14 баксов, там, грубо говоря, 56 тиков, то есть за 20 минут. Кто смотрел фильм, который документально выложили мы на YouTube-канале «Повелитель Вселенной»? Все смотрели? На сайте тоже есть. Вот, там этот немецкий банкир говорил такую фразу, что крупным банкам, крупным компаниям, которые работают на рынке, нужно лишь маленькое изменение цены, чтобы зарабатывать миллионы, потому что у них очень большое наличие большой ликвидности. То есть разместив здесь позицию, вот движение даже такое, для них это уже миллионы долларов. Так оно и есть на самом деле, потому что когда работаешь, даже вот я по себе замечал, работаешь на малых объемах, там, к примеру, 2-3 контракта, 5 контрактов, то и берешь движение за весь день, ну, цифра такая, да. А когда открывается достаточно такую же побольшая ликвидность, то тебе не нужно сидеть весь день, чтобы заработать ту же самую сумму. Вот, теперь давайте посчитаем, сколько, ну, возьмем отображение тикового графика вот в таком формате, это как тики появляются реально во времени. Вот, и отключим режим line time. Тут есть два режима отображения тикового графика. И сейчас я тут немножко переключу. Запись будет, и она будет с хорошим звуком. Это, скорее всего, из-за трансляции. Бывает такое, что вот поток идет через какие-то там, верно, сервера или еще что-нибудь. Я просто в этом не спец. И может доходить очень плохо, ну, в плохом качестве. Обратите внимание, давайте я сейчас сделаю тут светлее грид. Даже не так, а вот так. Интервал 1 минута. И обратите внимание, что есть минуты, которые почему-то больше. Вот видите. Есть совсем маленькие. Вот. То есть это связано с тем, что на этой минуте было больше тиков. Количество тиков больше. Поэтому она кажется на гриде вроде шире. Одна и та же минута, ну, интервал в минуту, но больше тиков. Если посмотреть на в line time режиме, то и посчитать, сколько тиков на самом деле рынок прошел на таких мелких участках, то есть посчитать, то иногда даже за 5 минут рынок проходит больше тиков, чем вот за 20 минут, которые мы посмотрели. Давайте возьмем какой-нибудь участок и посчитаем. Сейчас такой вот матерый. Вот у нас тик на 89. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ну, я думаю, дальше можно не считать, потому что долго. То есть движение в тиках, если посчитать, да, скорость рынка, то даже за маленькие промежутки времени рынок, если считать непосредственно вот тики
как величину использовать, да, то иногда даже за минуту рынок проходит в тиках больше движения, чем если сравнивать в общем за range, за интервал, то есть вот high-low. Поэтому иногда даже вот в минутных, мы называем это микроволатильность, то есть рынок неспокоен даже вот в одной минуте. И такие непосредственно точки, да, не все трейдеры могут наблюдать и анализировать, потому что зачастую трейдеры применяют только баровые графики, ну там минимально с минутным интервалом. Да, и тиковых графиков не так уж и много хороших. И даже если они есть, то ну, мы пока не видели хорошего тикового графика с историческими данными, с разным отображением. Мы очень сильно старались над разработкой тикового графика, потому что непосредственно вот очень много моментов для входа в позицию, для даже сопровождения, для понимания вообще контроля рынка. Разрабатываются стратегии даже исходя из анализа непосредственно тикового графика. То есть, а что кроется в одной минуте? То есть, все, обычно на одной минуте и заканчивается весь анализ просто графика. И если посмотреть, что происходит в одной минуте, то там очень много даже интересных вещей. Таким образом, можно создать такой индекс скорости рынка. И обратите внимание, что если выключить режим line time, сейчас попробую продемонстрировать. Вот возьмем, да. Здесь график с 8.30 по 10.00 по штатам. И теперь выделим моменты, где рынок прошел большое количество тиков. Я сейчас их просто визуально подчеркну. Вот еще крупный. Давайте за весь день сейчас такие участки. Вот смотрите, сейчас мы попробуем выделить вот на этой сессии. Это там, где рынок, вот как я считал, да, вот количество тиков, которые рынок прошел, потом вот здесь было, вот здесь крупно и здесь крупно. Дальше, как видите, волатильность снижается, скорость рынка. Значит, обратите внимание, что очень часто из таких микроволатильностей как раз приходится на такие локальные экстремумы, либо же максимум, либо же минимум дня. То есть, видите, здесь даже два раза или три. Тут вот еще один такой небольшой участок есть. Разворот был. И сразу же возникает вопрос, а почему именно в тех точках это происходит? Конечно, проще. На реверсе это и смотрим. Поэтому реверс и был создан. Да, да, совершенно верно, входят игроки, и скорость рынка, она, в принципе, очень полезна в этом плане. Таким образом, вот здесь, да, мы никогда в жизни не заметим этих изменений, потому что эту информацию можно видеть и анализировать, имея хороший тиковый график, либо же там реверс, то есть достаточно детальный и как бы такой конкретный, да. Что дальше делать простым смертным? Ну как, вот вы анализируете график, вы видите, что на минимум дня микроволатильность резко выросла. Проанализируйте на истории эти все точки. И что делать, я думаю, вы поймете сами. Так.
Ну, не нужно их называть пробелами. Вот. Поэтому волатильность фактически это скорость рынка. И визуально это выглядит сильными движениями, но если вывести расчет количества тиков, пройденных за интервал времени, то это, грубо говоря, километры в час. Да, это говорит об интересе, о том, что заходит крупный игрок, о том, что крупному игроку интересен именно этот диапазон и именно эта локальная точка. Наличие ликвидности еще один критерий, то есть это подтверждение того, что крупному игроку почему-то здесь крайне важно зайти на самом минимуме, да, или даже на самом максимуме. Если мы смотрели, вот здесь были, да, у нас крупное вливание здесь, и там же и была повышена, ну, был рост микроволатильности. Вот эти точки, одна, вторая, и затем вот у нас потихонечку поползли, и там практически не было уже таких сильных колебаний по волатильности, микроволатильности. Вот, поэтому на самом деле волатильность немножко либо специально не как бы не описывается детально, потому что после вот этого вебинара, когда читаешь, что это статистический показатель, характеризующий изменчивость цены, как он это характеризует, непонятно, да. Вот теперь мы уже установили, что это на самом деле количество в тиках пройденного рынка за какой-то промежуток времени, там за минуту, либо же 15 минут, либо же за день. Новости мы уже учли еще в начале сессии, вебинара, когда мы просматривали, вернее, устанавливали, какие бывают факторы движения цены увеличивают. То есть новости, крупный игрок. Давайте вопросы, возможно, назрели. Пару евро-доллар, иена-доллар не торгую. Скорость ненаблюдения со стороны. Странно, как это понять, наблюдение со стороны. Но вы торгуете инструмент, который уже, наверное, год торгуете, да? Вы знаете, сколько тиков в рынок проходит за 15 минут? А, в этом плане. Вот, таким образом, если подытожить, волатильность на самом деле полезная вещь, в том, если ее правильно анализировать и правильно применять. И вот волатильность для системного трейдинга, да, то есть когда применяется какая-то система, алгоритм анализа данных и применение поэтапное, то у вас есть определенный риск, да, определенный уровень стоп-лосса при росте волатильности. Также нужно учитывать, что тот факт, что движение, колебания цены достаточно сильное за интервал времени, и риски увеличиваются. То есть чем выше волатильность, тем больше риски. Так что вот такие вот размышления, и надеюсь, теперь волатильность для вас более понятная. И вы немножко добавите ее в свой арсенал. Вот, как мог, так и донес информацию.
какую роль играет в этой методике таймфрейм? Таймфрейм – это вот масштаб картины. То есть, если вы рассматриваете волатильность интрадей, даже сказать не интрадей, а на тиковом графике для открытия позиции, для определения вообще, где это нужно делать, то это, конечно, только тиковый график. А за какой промежуток времени, если относительно тикового графика, то это не больше минуты. Вот, сравнение идет. Ну, увеличение таймфрейма, опять же, просто масштаб пазлов больше. Если дневные сессии мониторить, то это позиционка, не меньше. Как там временные линии включать? Вы имеете в виду разбить на участки? Это делается таким образом. Грид во всех модулях в программе Wolfix есть такая вот, ну, графических модулях, которые график отображает. Грид, она дает возможность разбить на одинаковые отрезки. Вот вы заходите и timescale, ставите интервал от минуты до недели. И есть еще price scale, то есть вы можете цену разбивать, например, там 20-10 и там по 5. Вот оно по 5 баксов разбило цену. И пунктирная линия при рете timescale 2, потому что первый timescale он будет на вот такие разные цвета разбивать диапазоны. И берем там, например, 30 минут. Вот у нас такие вот будут отрезки. В календаре знать вообще, что скоро будут какие-то важные новости. Ну, если вы смотрите Wall Street Online, мы всегда отмечаем, какие предстоят отчеты и новости на неделе. Вот, во-первых, заранее, чтобы знать, что в среду, в четверг будет рост волатильности, могут зайти крупные игроки, и это также один из вариантов, ну, как бы предполагать, что может измениться тренд, может быть все что угодно. То есть это важно на самом деле знать, какие новости, отчеты будут завтра и на неделе. Вот, если такие как ФОМКа, там установление процентной ставки, то, ну, не буду всех деталей рассказывать, там очень много чего в Фейсбуке, в Wolfix, в поиске введите, там быстро найдете. Либо же есть группа Wall Street Online, там. Так. Да. Есть еще такой фактор, ну, мне не нравится слово изменчивость, но придется его применять. Есть такой модуль у нас в Reverse Chart. И здесь можно достаточно так детально и уже визуально даже так хорошо отображается сама изменчивость рынка. Вот, конкретно относительно модели, да, рынок стабильно держит динамику роста, либо же нестабильно держит динамику снижения. И вот здесь
участок, три таких движения было на рост и достаточно неуверенные движения на продажу. Изменчивость цены, здесь фактор волатильности есть. Четвертый, второй, третий. Давайте поставим десятый. Вот. Примерно на таком достаточно жестком параметре волатильности. Цена менялась у нас так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. И вот идет 22-й раз по уровню волатильности 15. 22-й раз меняется направление внутри сессии. Вот с 8.30 по текущий момент. 23 раза. То есть в этом случае, если посчитать вероятность ошибки трейдера, она очень высокая. Вы можете 23 раза неправильно выбрать направление рынка, поэтому buy или же sell, вопрос, вот вам 23 раза, 23 варианта buy или sell в каждой из этих точек. Ну, немножко неправильно выразился, но... А если поставить 30 или 50, то у нас два движения будут, вниз и вверх. Ну, это реверсивность. На основе волатильности есть тактические стратегии для входа в рынок, сопровождение позиции и выхода. Так, кто хочет подискуссировать, либо же кто не согласен с этим, на Фейсбуке есть группа Wall Street Online, добавляйтесь туда, и там будет запись этого вебинара, и там сможем это все дискуссировать и все общение там. Завтра Wall Street Online на 20.00, как обычно, рассмотрим, что произошло за неделю и что нас ждет в будущем, есть ли будущее вообще, и в принципе отберем уровни и возможные сценарии на следующей неделе. Всем спасибо, что нашли время и посетили лекцию. Всем хорошего вечера. До 4 февраля у нас Range Bar Chart. Вот. До свидания. Пока.